А есть вулканы, которые вообще непрерывно активны, то есть они активны на протяжении всей истории человечества. Там тот же самый вулкан Стромболи в Италии, он активен, вот сколько человечеству известно, столько он и активен. Вулканическая активность, она вызывает изменения климата, иногда очень серьезные. Вследствие вулканического извержения выбрасывается огромное количество мелкой вулканической пыли и газа, которые проникают в верхние слои атмосферы и задерживают солнечный свет. Есть извержение спокойное, когда вот лава течет, тут вот как на Ла-Пальме, на Кумбрии Вьеха, там все уходят просто от этой лавы. Нельзя дом унести в другое место, и он поэтому сгорает. То есть это тип извержения относительно спокойный. Для обычного человека он выглядит феерически в прямом смысле этого слова. Многие участки суши, они созданы теми продуктами, которые извергают вулканы. Вот сейчас это извержение, которое происходит на Тенерифе, оно, собственно, как бы там нам все передают, что оно там разрушило много домов там и так далее. Но оно еще и прирастило большой кусок острова. И вообще говоря, если бы вулканы не извергались, то деятельность океана, она бы постепенно размыла все эти острова, от них бы просто ничего не осталось.